Всем привет-привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет немножко совершенно другое видео. А именно, я себе могу сказать первый раз в жизни, честно говорю, заказала сразу три куртки. А именно, две куртки и пальто. Потому что, знаете, как-то словила себя на мысли, что есть у меня пальто шерстяное, есть пальто с мехом, есть шуба, есть полушубок, есть жилетка. А куртка одна, коротенькая, сами понимаете, сейчас зима. Несмотря на то, что у меня в машине подогрев есть сидений, все равно, когда садишься не в разогретую машину, как-то прохладно. И еще раз повторюсь, первый раз, можно сказать, в жизни заказала себе три вещи, чтобы выбрать и определиться, какую себе оставить. Как говорится, чужие возвраты создаю, а себе не могу позволить. Поэтому вот, все-таки решилась, и для чего снимаю это видео, хочу вам показать вот именно, как есть в рост эти все куртки, точнее, две куртки и одно пальто, и хочу попросить у вас совета, может быть, помощи, как говорится, со стороны, наверное, лучше это все выглядит. Поэтому не знаю, может, будет немножко искажаться цвет, буду называть, ну и первое, что хочу показать, это у нас идет утепленная стеганая куртка с поясом 159W1101 фиолетового цвета. Основная ткань 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, утеплитель 100% полиэстер. 250 грамм синтепона на погоду минус 5, минус 10. Размеры как раз до 50 размера я, конечно, себе ее заказала. Они сейчас на акции. Вот эта курточка. Это старая коллекция прошлого года. Стоила 202 рубля, сейчас стоит 115 рублей 99 копеек. Ну и, конечно, минус своя скидка. Я говорю сразу, я все эти куртки брала по ВИПу. Еще раз повторюсь, у меня уже огромный стаж ВИП. Я брала с 70% скидкой. Ну что, начнем. Наверное, сначала я вам покажу. Внутри вот такая вот подкладка. Вот этим я не знаю, как кому, мне она и не понравилась. Артикул ее 52-85-34, может, вы любите такой, я как-то люблю, чтобы внутри было гладенько. Да, я понимаю, кто-то скажет, что будет теплее, но все-таки, если, допустим, одевать на вещь, которая шерстяная, оно, наверное, будет цепляться. И получается точно такой капюшон. Да, если, наверное, ходишь пешком, оно будет теплее, но я все-таки на машине, и я люблю, чтобы и капюшон был такая же ткань, как и верх, и все-таки внутри то же самое. Есть вешалка, можно сказать. Ну что, будем оценивать. Специально не снимаю жакет, все-таки это куртка. Должно быть на все налезть. В этой куртке мне нравится молния, вот, застегнулась полностью. Карманы, глубина хорошая, но тоже они пришиты, не знаю, как вам показать, но тоже вот эта вот черная ткань, как подкладка, так и карманы. То есть это вот именно теплая куртка. Здесь также не могу не показать, прошита резиночкой. То есть 100% могу сказать, не будет задувать. Денем капюшончик. Вот курточка. Но все-таки я думаю, это не сильно мой фасон. И длину я хотела бы чуть-чуть подлиннее. Она у меня рост 170. Ну, как раз прикрывает попу, но можно подлиннее. Но если вам нужна именно такая куртка, обратите на нее внимание. Еще раз повторюсь, она вот внутри рукава, да, получается подкладка вот такого качества, только черная. А по спинке капюшон и карманы вот такие, как
не знаю, как называется эта ткань, такая как байковая. Это у нас первая куртка. Дальше буду показывать, наверное, пальто, чтобы было сравнить. Мне, во-первых, нравится очень этот цвет. Он звучит в каталоге розовый, но это не розовый. Это, не знаю, какой-то как светло-фиолетовый или как правильно. И не лавандовый, потому что лавандовый чуть темнее. Но мне очень нравится. Сейчас скажу модельку. Значит, это у нас утепленное пальто. Модель 159W1201. Как уже говорила, цвет розовый. Верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, утеплитель 100% полиэстер. Артикул 524-341. Тоже есть две запасных, или даже это не две, это, наверное, одна запасная кнопка. Это пальто, несмотря на то, что оно длиннее намного, оно полегче, чем предыдущая куртка. Значит, молния прячется вот, одеваю полностью, застегиваюсь на кнопочки, поясок. Значит, рукавчик. Но, например, если так посмотреть, то может это пальто и полнит немного. Вот длинное пальто. У меня рост 170. То есть, если вы пониже, вам оно будет, ну, очень хорошая длина. Кнопки идут до самого низу. Конечно, если я его себе оставлю, застегивать его до конца не буду, потому что, мне кажется, будет мешать ходить. Но здесь карманы вот такие боковые, и они намного глубже, чем в предыдущем пальто. То есть вот где моя рука. Сейчас прикинем капюшончик. Вот капюшончик, здесь затяжки. То есть, если там можно было застегнуть, здесь затяжки. Вот это пальто и еще одна куртка фиолетового цвета. А, не показала внутри, покажу. Вот какая подкладка. Вот такой материал мне нравится. Как-то ближе по душе, чем на предыдущей куртке. Но, как говорится, на вкус и на цвет товарищей нет. Поэтому для этого и существует много моделей, чтобы, как говорится, каждому можно было угодить. Сначала прикину куртку, а затем расскажу о ней. Значит, тоже молния. Молния прячется за кнопочками. Длина здесь чуть подлиннее. Где-то вот, ну не знаю, на сантиметров 8-10. Вот та предыдущая куртка, самая первая, где-то такая была мне по длине. То есть чуть-чуть прикрывала попу. Здесь прикрывает попу хорошо, хорошая длина. И то есть, если, допустим, сесть где-нибудь на скамейку или там в общественном транспорте, вы садитесь на куртку. Но здесь, я вот не знаю, карман идет вот так вот. То есть они застегиваются, карманы. Вот, полностью. Здесь похода в них нет, поэтому карманы можно, руки как-то мне не очень нравятся.
как здесь руки я помещаю. Также здесь есть ремешок на резиночке. Сейчас я вам его покажу. Но что-то мне кажется, он, если я оставляю эту куртку, он, наверное, мне не нужен будет. И застегивала сейчас. Вот, получилось. Вот, как-то так. Поэтому снимаю видео, хочу попросить у вас какого-то совета. Хорошо закрывает горло, вот шею. И капюшон здесь такой хороший. Тоже на двух заклепочках. Конечно, эти куртки первую и вот эту под юбки я не собиралась. У меня есть что носить под юбку, платьюшко. А вот именно где-то под джинсы, под брюки, где-то, может, по-быстрому надо куда-то в дорогу. Вот такого тепленького у меня не было. Значит, здесь есть спрятанный рукав на резиночке. И вот оно, как видите, полностью резинка закрыта. То есть здесь тоже не будет поддувать. Так, сейчас покажу внутри и скажу модельку. Тоже подкладка такого качества, не мягкая, не плюшевая. Это у нас утепленная куртка для женщины, 50 размер, фиолетовый цвет. Модель 159W1101, артикул 524-346. Верх везде 100% полиэстер. Вот такие вот у меня сегодня и покупочки, и примерочки. Поэтому еще раз всех благодарю за просмотр. Жду ваших рекомендаций. Какая мне больше подходит, куртка или пальто, а может, мне вообще ничего не ждет, не идет. Время у меня на возвраты есть, поэтому сейчас повезу все домой, буду примерять дома перед большим зеркалом, ну и, конечно, послушаю ваши рекомендации. На этом у меня все, с вами была Ольга Карпович, бизнес-проект-партнер. Кого со мной еще нет, подписывайтесь на мой канал, ну а если хотите покупать и экономить на своих покупках, заполняйте форму под этим видео, и я с вами свяжусь. Всем пока-пока!